Очередное обновление Skyrim Special Edition, друзья! Нордские драгоценности и новые товары каджитов. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Начинаем. Кто еще не знает, у меня самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition. Ссылочка внизу, потом обязательно зайдите. Спасибо. Ну что ж, первое. Это нордские драгоценности. Говорят, что торговцы иногда продают уникальные драгоценности с Солстейма. Надо узнать, что у них есть. Вайтран, местный барахольщик. И давайте... Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Готов у тебя даже родственничка купить, если продаешь. Кто-то зовет мой товар мусором. На фоне мой сынок Ванюша. Друзья, если что, кто не знает, да, 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 Ванюша. Одежда. Давайте-ка полистаем ниже, ниже, ниже. И вау, нордский амулет. Ух ты, друзья, вы только посмотрите. Качество работы... Вау, а что это у него за камень? Нордский обруч стоит 988, а мне не хватает денежек. Ого, неужели добавили нордские драгоценности? Ну, как бы правильно, да? Есть броня, а драгоценности нет. Вау. Все очень качественно, друзья. И тоже видим этот камень. И нордское кольцо с таким же камушком. Хм... Но если у вас нет денег, вы должны отправиться на Солсхейм, что мы сейчас и сделаем, чтобы это все получить. Совсем недалеко от Вороньей скалы нужно немножечко пробежаться. Самую малость. Поднимаемся и видим двух бандитов. Они кого-то убили и обворовывают. Ребята. Взять их! Взять, говорит. Ну. Даммеры. Это было больно, друзья. Ладно. Давайте посмотрим, кто это. Куген. Хуген. Ледяной крой. Черт, не знаю почему, но что-то такое знакомое. Если что, погуглите, напишите мне, друзья. По-моему, это кто-то лорный. Кто-то с третьих свитков? Да ладно. Ладненько, давайте осмотрим его сумку. Серебряная, ртутная руда и стал грим. Ха, как-то подозрительно. Испорченная книга и его дневник. И если вы прочитаете его дневник, хотя кое-что непонятно, вы поймете, что именно он привез на остров данную технологию. И теперь мы можем создать эти драгоценности. Отправляемся в любую кузницу, заходим в драгоценности, опускаемся, опускаемся и видим, что можем создать сталгрим и ртутная руда. Всего по одному. Нордский амулет, обруч и нордское кольцо. Давайте примерим. Вот, друзья, колечко, ожерелье и обруч. Ого, смотрится очень интересно. Но в чем же секрет данных драгоценностей? Вот это маленький, это стал грим. И многие, наверное, уже поняли... уникальность. Да, друзья? Зачарование соточка. Камень душ самый большой. И смотрим. Сопротивление электричеству 46. Без каких-то дополнительных бонусов. Сопротивление огню 46. Но сопротивление холоду 58. На 25% морозное заклинание мощнее на данные няшки. Ой, ой, ой. Как круто, друзья. Все-таки здорово, да, что добавили именно нордские драгоценности
Это же Лорна. Это же круто. Это офигенски. Нордские драгоценности на вампире Каджите смотрятся странно. Ну ладненько, едем дальше, друзья. Караван каджитов и... Ребят, а кто украл ваши палатки? Ладненько, подходим. Что у тебя на продажу? Погляди. Друзья, новые товары, которые привезены сдалека, с Эльсвейера, Моровинда, Сирадила. Хотел сказать Собливиона. Смотрите, ингредиенты. Ух ты, что-то новенькое. Друзья, теперь все каджиты, все торговцы каджиты после этого обновления будут привозить уникальные новые ингредиенты, которые будут только у каджитов. Корень пробочника. Куплю. Это не все ингредиенты, которые мне удалось купить, потому что они там рандомные. Друзья, смотрите, амброзия. Я так понял, что здесь именно реально собраны с Моровинда и с Обливиона разные вещи, потому что вот болотная метрула, это реально с четвертых свитков, а вот болотный тростник, а это, по-моему, с третьих свитков, друзья. И так далее. Вау, какое оно тут все странное. Ну, я думаю, ребята, которые играли... Черт, что это за звездочка? Не, это что-то, какой-то ежик, какой-то странный. Гигантская спора ежевика лазурного. Ого, глаз дозорного. Что? Это действительно как глаз. Ого, какие-то странные новые грибы. Гниль? Затвердевшая гниль? Зубы Дайдрота, друзья. Зубы Дайдрота. Зубы Огра. Да, Моровинд, Обливион. Как же круто. Теперь получается, ну, скорее всего, так просто вы эти ингредиенты не найдете. Это, в принципе, понятно. Только у торговца, друзья. Только у торговца. Но не только ингредиенты, друзья. Не только ингредиенты вы сможете купить. Плавники какие-то. Ух ты, рог Минотавра. Да, рог Минотавра можно было в четвертых свитках брать. Новые грибочки. Воу, сердце порядка? Это ингредиент? Это же, по-моему, было в Обливионе. Какие-то странные штуки. Черт. Усухающая луна. С ума сойти, друзья. Их очень много разных ингредиентов. Я Даэдра. Воу. И еще, друзья, смотрите. Велкинский камень, друзья, полностью восстанавливает магию. Да, их очень много. И крайне редко выпадает поврежденный камень Варла. Я так думаю, что в Скайриме он используется как просто камень душ, наверное, как самый большой камень душ, но... Черт, как же приятно увидеть эти вещи в пятых свитках. Да, друзья? Нифига себе, дань такая вот Обливиону. Друзья, данное обновление вы сможете провести только в клубе творчества Skyrim Special Edition. Заходим. Мне просто под последним видео многие спрашивали. И вот они, друзья. Вот самые последние питомцы. Огромный дом для мага. Новые драгоценности и ингредиенты каджитов. Напишите, пожалуйста, какое обновление вам понравилось больше всего. И как они вообще вам. Ставьте лайк, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Всем пока.